Первого Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Одер юго-восточнее города Преслау, прорвали сильно укрепленную оборону немцев на западном берегу реки и за 3 дня боев продвинулись вперед до 20 километров. В ходе наступления войска фронта овладели важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу Одера и заняли более 60 населенных пунктов. В Будапеште наши войска продолжали бои по уничтожению окруженного гарнизона противника. На Первом Белорусском фронте нашими войсками взят в плен командир 433-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Любе. За 6 февраля на всех фронтах подбито 140 немецких танков в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.